Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Со сменой времен года птицы, собираясь стаями, совершают свои удивительные полеты. И эта весна не стала исключением. Жители Англии смогли увидеть невероятное зрелище. Стая из 70 тысяч скворцов летала в небе над заповедником графства Оксфордшир не один раз, изменяя высоту и направление. И о погоде на полуострове. В этот день, 10 марта, осадков не предвидится. Будет достаточно теплая погода. И далее предлагаю узнать подробнее. На западном берегу на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками, без осадков. В Черноморском температура воздуха днем плюс 12, ночью около 7 градусов с отметкой плюс. В Евпатории и Исаках переменная облачность, дождя не будет. Днем плюс 11, ночью 8 градусов тепла. Преимущественно облачная и сухая погода будет в Севастополе. Температура воздуха днем составит 16 градусов тепла, ночью плюс 8. В Бахчисарае солнце лишь изредка будет показываться из-за облаков. Без осадков. Дневной максимум плюс 16, ночной плюс 8. На южном берегу небольшая облачность без осадков. Температурные показатели в Ялте и Алуште днем плюс 13, ночью плюс 10. В Феодосии и Судаке пасмурное утро сменится ясным днем. Осадков не будет. Днем плюс 12, ночью 8 градусов тепла. В Керчи без дождя. День обещает быть ясным. Днем 9 градусов тепла, ночью плюс 7. В северной части Крыма преимущественно облачно, без осадков. В Джанкое и Красноперекопске днем плюс 9, ночью 6 градусов с отметкой плюс. В Армянске ясно, осадков ждать не стоит. Днем 8 градусов тепла, ночью плюс 7. В центральной части Крыма и столице переменная облачность, без дождя. Днем 15 градусов тепла, ночью 8 градусов с отметкой плюс. Такой погода будет на полуострове 10 марта. Я желаю вам безоблачного настроения. Берегите себя и своих близких. Не переключайтесь.